Ушу искусство побеждать, его не любят слабаки. Умение телом управлять и с ног валить рывком руки. Сильный, быстрый и здоровый, прославляй наш Казахстан. Позвони и тренируйся в нашей школе Саньгуан. Мы работаем во всех районах города. Запись по телефонам 54 48 60 8 775 976 63 94 8 747 732 38 16. Добрый день, уважаемые телезрители! Вас приветствует коллектив Школы боевых искусств Саньгуан, а это значит, что вы смотрите передачу «Ушу искусство побеждать». Ученики Школы боевых искусств Саньгуан приехали из Армении с очередной блестящей победой с международного турнира в Ереване. Они привезли более 20 золотых медалей, оставив позади спортсменов из России и Ирана, традиционных лидеров этого вида спорта. Казахстанская команда УШУ заняла на первенстве второе общекомандное место. От Казахстана поехали такие города, как Алматы, Актюбе, Астана. Казахстан выступил более чем достойно, особенно большое количество медалей привезла Актюбинская область. От Актюбинской области поехали дети с федерации УШУ, Хромтау спортсмены именно по саньда и по таулу спортсмены со школы Саньгуан. Общий результат, количество 22 первых места. Стран было очень много. Тяжело было, в принципе, конечно, соревноваться с Ираном, потому что там очень сильные соперники. Но, тем не менее, мы выступили достойно. Такого результата еще, в принципе, у нас не было. То есть с каждым годом мы развиваемся, растем и показываем все больше и больше. И Казахстан на этих соревнованиях, когда там была и Франция, и Ирак, и Иран, и Армения, и судьи-международники. То есть Казахстан показал себя очень даже хорошо. Одним из триумфаторов прошедшего турнира стал Глеб Гигичкори. Он занял 4 первых места в категориях Наньцуань, Наньдао, Наньгунь и Дуэлянь. Как говорит Глеб, соревноваться с такими мэтрами, как спортсмены из Ирана, было очень сложно, так как соперники привезли свои основные составы. Тем не менее, опыт и стремление к победе сыграли свою роль. Глеб Гигичкори занимается УШУ уже 7 лет. На соревнованиях было очень много соперников из многих стран. Также это иранцы, очень сильные, сборную привезли с собой. Очень сильные спортсмены. Со мной в группе были иранцы, армяне и также из других стран. Как мне удалось победить? Ну, я собрался, вышел на ковер и сказал, я смогу. И у меня получилось. Всего от школы Саньгуан в международном... Всего от школы Саньгуан в международном турнире участвовали 10 человек. Почти все привезли в родной город золотые медали. В минувшую пятницу победители первенства провели показательные выступления в дворце спорта «Конус» на открытии чемпионата Казахстана по рукопашному бою. А в прошлое воскресенье ученики школы Саньгуан приняли участие в открытии ретро-парка. 26 апреля, несмотря на плохую погоду, десятки спортсменов УШУ показали посетителям парка свое мастерство как в УШУ Таолу, так и в УШУ Саньда. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Начинаем разминку для самых юных зрителей. Нихао! Нихао! Начинаем разминку с пробежки. Побежали! Гуньфань, кувырок вперед. Хо, Гуньфань, кувырок назад.
столик ногами вперед. Китайский столик спиной вперед. А на этом блок разминки окончен. Переходим к блоку растяжки. Сайтен. Здравствуйте, уважаемые телезрители! А сейчас растяжка для самых юных зрителей. Нихао! Как всегда, начинаем упражнение с приседаний. Ручки поставили за голову. Сели. Берем левой ручкой левую ножку через носочек за пяточку. Правую руку на коленку. Поменяли ногу. Поднялись, приседаем. Сели, две ноги вперед. Поднялись, приседаем. Следующее упражнение – лягушка. Сели. Смотрите нашу телепередачу, занимайтесь вместе с нами, и вы будете крепкими и здоровыми. Сайтен! Внимание, уважаемые телезрители! Теперь любой актюбинец сможет заниматься ушу в своем районе. Спортивные залы школы боевых искусств Саньгуан открыты для всех желающих.
Нихао, сегодня мы разберем акробатический элемент пуху, две ноги вперед, людоитин, сальто назад. Для начала выполняем элемент пуху, две ноги вперед. Выполняем элемент с приседа. Разберем элемент людоитин. Ложимся на спину, выполняем упражнение свечка. Мост, подъем с моста. Бьем двоечку, раз, два. Делаем оттяжку, сразу правая рука и левую ножку в печень кидаем. Бьем двоечку, раз, два. Сразу левый лоу-кик и сразу же левую ногу в голову. Это была рубрика Ушу Санга. Приходите к нам, занимайтесь вместе с нами. С вами снова рубрика самообороны. Противник толкает вас к стене, лежав. Ваши действия. Сбивая руки, накладываете руки на лицо, давим на глаза, сворачиваем шею, добиваем сюда. Противник схватил вас сзади. Вы берете всей пятерней за один палец, отворачиваете кисть, отворачиваете и контрольный удар. Вы смотрели рубрику самообороны. Занимайтесь вместе с нами, и вы будете крепкими и здоровыми. Сегодня мы рассмотрим комбинацию из 32-й формы дзяньшу, блок и атака прямого мяча против дао. Рассмотрим данную комбинацию. Идет колющее движение мячом дао в область шеи. Мячом сбиваем и дальше, продолжая движение, атакуем шею. Начинаем гимнастику для всей семьи. Первое упражнение – махи руками.
Увидимся! Третье. Наклоны туловища вперед. И четвертое. Бег на месте. До скорой встречи, пока! А на этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, что сегодняшнее время вы провели с пользой для здоровья. Увидимся через неделю. Ушу – искусство побеждать, его не любят слабаки. Умение телом управлять и с ног валить рывком руки. Сильный, быстрый и здоровый, прославляй наш Казахстан. Позвони и тренируйся в нашей школе Саньгуан. Мы работаем во всех районах города. Запись по телефонам 54 48 60 8 775 976 63 94 8 747 732 38 16.